лидеры нашей сборной Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Вот вы видите сейчас их лучший результат 65,73, лучший их результат в сезоне. Лучший же результат в карьере примерно такой же 65,88. И я отмечу, что среди этой разминки есть сразу два дуэта, которые были представлены от Европы на финале Гран-при. Это Пишала Бурза и это Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Но, к сожалению, в финале Гран-при получилось не слишком здорово выступить у российской пары. Хочется верить, что все свои успехи они приберегли на европейское, а потом, может быть, и мировое первенство. Арбитры оценили Твизлы, во-первых, положительными оценками, а во-вторых, на четвертый уровень. Еще пару лет назад, когда возникали проблемы у Кати и Дмитрия с Твизлами, но вот в этом сезоне как раз-таки Твизлы спортсмены подчистили. Сезона неоднократно партнерша меняла платье то в черном, то с элементами оранжевого, предстает перед